тысяч человек. Из них более 370 человек непосредственные нарушители границы. Пресечены 20 каналов незаконной миграции и 18 контрабанды наркотиков. Из незаконного оборота изъято более тонны запрещенных веществ. Это в два раза больше, чем в 2018 году. Как отметил Александр Лукашенко, наряду с традиционными угрозами по ту сторону границы увеличивается и военная активность. При этом Беларусь никогда